Алоха, друзья, с вами игрушечный канал MapLoud. И ко мне взлетела на своем розовом вертолете очаровательная собачка из мультфильма «Щенячий патруль» по имени Скай. Давайте поближе рассмотрим упаковку. Ну, вот так вот выглядит у нас упаковка в голубых таких тонах. Это у нас цвета «Щенячьего патруля». Спереди у нас виднеется логотип «Paw Patrol». Это логотип «Щенячьего патруля». И надпись «Skies High Flying Copter». Хеликоптер, собственно, вертолетик. Это у нас называется так «Наши очаровашки Sky». Ну, вот она, это ее арт, так как она выглядит в мультфильме. На заднем плане у нас видны различные варианты, как может трансформироваться ее вертолетик. Мы его попозже рассмотрим. Также там самом, вот там вот вдали, виднеется офис спасателей и горы какие-то. Ну и, конечно же, сверху прикреплена игрушка Sky. Сам игровой набор у нас состоит, собственно, из собачки, из щеночка отважного, и из ее автомобиля, в данном случае из ее вертолета. С боков у нас логотип Paw Patrol. А с другого боку поп-так нашего щеночка. Так, с обратной стороны мы видим логотип Paw Patrol, а также, оп, вот здесь вот мы видим фрагмент из мультфильма, как Скай рассекает небеса на своем вертолете розовом. Тут нарисована игрушка в полный рост. Так, также написано имя, у нее, так сказать, прозвище Скай, а у нее имя еще есть, ее зовут Стелла. Тут вот написано, что щеночка можно доставать, если что, или наоборот, вытаскивать из вертолетика. Также и в этой серии игрушек есть различные фигурки, например, Райдер, Рабл, он же Крепыш, Маршал, его зовут Маркус, Чейз, в русской версии он Гонщик, Зума и Рокки. Ну, вот всех этих игрушек можно собрать. Компания Spin Master у нас производит эти игрушки, и тут даны ее координаты. Ну, давайте теперь открывать с помощью ножниц нашу упаковку и доставать щеночка из нее. Ну все, теперь вертолетик и щеночек освобождены из уз, которые их заточали в коробочке, и мы можем их подробно рассмотреть. Давайте начнем с малышки Скай. Скай – это энергичная кокер-спуль, кокапу. По-разному называют эту породу, смесь кокер-спанеля и пуделя. Ну, по крайней мере, так написано на официальном сайте. Вот такая она, милая. Она первая девочка-щенок в щенячьем патруле. Она старается делать все с грацией и улыбкой. А еще сальто назад. Оп! Ее основной цвет розовый. Ну, видно, девочка, она вся в таком розовом цвете. Даже вертолетик у нее в розовых тонах. Работа Скай, как правило, связана с полетами и наблюдениями. Она управляет вертолетом. Скай всегда приземляется с переворотом в воздухе. Она очень симпатична и эмоциональная. Хуть! Так у нее делаются перевороты назад, ловись, и приземляется на все четыре свои лапки. Она очень любит веселиться, ей нравится играть и участвовать в забавных мероприятиях со своими приятелями из щенячьего патруля, таких как тяв-тяв-буги, это у них такое развлечение. А ее грация и превосходное умение запоминать помогают ей в игре тяв-тяв-буги. Это у них танцы, специальная игра, не надо наступать в определенные моменты на своими лапками на специальные отметки, тогда вы будете срабатывать больше очков. Скай рассказывает гонщику о своем методе запоминания движений в игре. Как раз это вот в Папа-буге было. Разучивая движения, она громко проговаривает их. Однако она и Зума необычно соперничают друг с другом. Эх, непонятно почему. Вы знаете, почему Зума и Скай очень сильно соперничают друг с другом? Это я узнала, прочитав на Википедии специальный про щенячий патруль. Скай очень смелая и энергичная, тем не менее она боится орлов, как выяснилось в серии «Щенки спасают Зубик». Да, орлы они такие, тем более они мешают ей, наверное, летать. Это плохо. Скай все обожают за ее веселый нрав и очаровательные темно-розовые глаза. Вот как раз на нашей игрушке они видны. Большие такие милые глазки. У нее специальное снаряжение пилота розового цвета. Ну вот у нее имеется в виду, есть розовый жилетик, розовый рюкзачок. Она очень любит летать в своем вертолете или с помощью крыльев в ее ранце. К сожалению, это у нас без трансформирующегося рюкзачка игрушка, поэтому здесь не открывается у нее рюкзачок и не видно ее крыльев, которые там хранятся. Ну а если вы купите игрушку, приобретете, попросите, подарят вам ее из серии трансформирующийся рюкзачок, то там можно нажать, оп, вот так вот на ее ошейник, и тогда вылезают крылышки из ее рюкзачка, и она может ими летать.
с помощью них, простите. Скай у нас самая маленькая из щенков в патруле. У нее рыжеватые лохматые ушки, хвост, пушок на голове и вокруг глаз. А лапы, мордочка и брюшко кремового цвета. Остальные части тела золотые. Ну, типа того, золотые. Носик и брови у нее коричневого цвета. У нее три маленькие реснички и пушок на лбу. Ну, вот здесь это все видно. Довольно четко повторяет эта игрушка своего персонажа в мультфильме. Значок Скай. Как у всех щенков щенячьего патруля, у Скай есть личный значок с эмблемой пропеллера. Вот он вот здесь у нее на груди, на ошейнике висит ее эмблема. Он нужен для общения с Райдером и другими щенками щенячьего патруля. При использовании значок загорается, в нем встроен специальный механизм, который позволяет щенкам совершать видеозвонки остальным щенкам. Ну вот, мы видим отлично, как он здесь выглядит. С помощью него она связывается с остальными. Ну, также давайте рассмотрим вертолет у Скай. У Скай есть розовый вертолет. На спине у нее ремни безопасности. Только Райдер, Рокки и Маршал использовали эти ремни безопасности. В вертолете у Скай имеется трос, который используется, чтобы достать недосягаемые предметы. Номер транспортного средства у нее 04. Давайте немножко поближе рассмотрим вертолетик. Скай там пусть попробует постоять. Не хочет она стоять что-то на травке моей импровизированной. Ладно, пусть полежит. Вертолет у нее сам серого цвета, но выполнен с вкраплениями розового. В виде винты у нее, которые крутятся. Вот так можно их крутить. А также у нее окаймляют ее место водителя. Так как вертолетик у нас на самом деле не летает, у него есть колесики, которые крутятся. Поэтому вертолетик может у нас передвигаться вот так, как обычная машинка. У него три колесика. А также у него, смотрите, есть специальные закрылки, я так понимаю. Оп, их можно открыть, с помощью них, видимо, Скай лучше лавирует или лучше приземляется. Ну или вы напишите, для чего они точно нужны. Также у нее, видите, сзади нарисована в розовых синим тонах эмблема, тоже щенячьего патруля, и пропеллер, то есть ее поп-тага. С обратной стороны у нас то же самое. Ну и, конечно же, номер 04 ее транспортного средства. Щеночек у нас, конечно же, может поместиться внутрь. Вот так вот, своего вертолета, чтобы им управлять. Ну а трос у щенка, вот якобы вот этот вот трос, он у нас, когда Скай летит на своем вертолете на помощь, и нужно откуда-нибудь кого-нибудь достать или что-нибудь зацепить, и туда возможность только есть трос опустить, то вот как раз она его оттуда с помощью специальных, я думаю, кнопочек нажимает, он оттуда опускается и помогает щенкам в какой-то спасательной миссии. Кстати, я хотела сказать, это у Скай, если что, поворачивается вокруг своей оси голова. Также в этой серии игрушек у щенков двигаются лапки. Оп. Вот передние только очень что-то плохо двигаются. Но на самом деле это не двигаются, просто плохо. Они немного заели. Вот так вот. В серии, к примеру, с трансформирующимся рюкзачком лапки у щеночков не двигаются, только голова. Ну, зато у них раздвигается рюкзачок. Так, ну вот, смотрите, розовый жилет Скай оснащен ранцем. При запуске с помощью лая ранец трансформируется в комплект с крыльев и реактивного двигателя, что помогает Скай летать. Ну, вот это как раз мы здесь и не можем посмотреть. Зато у нас лапки шевелятся. Так, умения и способности Скай. Скай единственный летающий щенок. Летает она с помощью реактивного комплекта в ранце и вертолета. Скай замечательная танцовщица, которая грациозно выполняет сальто назад. Чувство радости Скай практически всегда выражает выполнением сальто назад. У нее есть супер очки со встроенным биноклем и прибором ночного видения. Ну а сейчас она эту свою шапочку и также очки себе на мордашку, на лобик надела. Сняла с глазок. Вот, ну, по-моему, игрушка очень замечательно получилась, а главное, очень похожа на своего персонажа в мультфильме. Я думаю, если вы любите щенячий патруль, раф-раф, то вам понравится данная игрушка. А так как это практически единственная девочка, ну, не считая Эверест, которая появилась у нас во втором только сезоне, то, я думаю, возыметь себе в коллекцию первую девочку щенячьего патруля будет очень мило и престижно. Вот, игрушка очень яркая, у нее... Ну, нету практически острых краев, хотя, если совсем маленький ребенок, то лучше, наверное, не давать под присмотром взрослых, чтоб играл. Но, в принципе, здесь пораниться особо не обо что. Также тут ничего не отваливается, вот разве что винт можно отломать, и можно, может, и чего-нибудь нехорошее сделать. Вот он крутится, очень-очень подробно описывает то, как крутятся лопасти у вертолета.
а внутри ничего не отпадает. Конечно, если приложить усилия, можно отломать вот эти закрылки, поэтому можно их просто не открывать. Ну, вроде все остальное держится очень прилично, поэтому не отвалится. В принципе, игрушка из официальной серии, поэтому сделана очень качественно. И если не пытаться прямо ее насильно разломать, то она вам прослужит долго верой и правдой. Вот. Ну, я думаю, вот вы увидели как вертолетик Скай, так и саму собачку, самого щеночка отважного, который всегда готов прийти на помощь тем, кто попал в беду. Оп. И вместе со своей командой, с другими щенками, спасти этого несчастного в бухте приключений. Оп. А еще иногда надо спасать Скай, который выпадает из рюкзачка, из вертолетика своего. Ну, такой вот обзор получился. Надеюсь, вам он понравился. Подписывайтесь на канал обязательно, если вы еще не подписались. Ставьте лайки и комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч, и пусть удача всегда будет с вами. Пока! Ruff, ruff.